Уже в 18-й раз в Иванове проходит фестиваль национальных культур. Это праздник дружбы народов, цель которого – объединение национальных диаспор, проживающих на территории Ивановской области. Фестиваль запомнится творческими встречами, концертами, фотоконкурсами и поэтическими вечерами. Традиции и культура ни одного народа не останется без внимания. Стоит отметить, что на открытие праздника пришло много молодых людей. В их руках будущее межнациональных отношений. Сегодня важно, как раз, чтобы в этих мероприятиях принимали участие не только, что называется, ветераны, да, а именно молодежь. Потому что мы видим, ситуация осложняется в целом. И мы сегодня должны действительно ближе друг друга узнавать, мы должны понимать друг друга. И сейчас, как говорят, очень можно, модное слово быть толерантными. Наверное, сегодня все-таки надо вспоминать другое слово – дружба народов. Когда в советское время мы действительно уважали, любили друг друга и понимали, вот тогда этих вопросов было гораздо меньше.